Про переканал рандомная и северо-восточная кромка пожара. Вот как раз основные ресурсы у нас там и сосредоточены. Там местами такая достаточно сложно проходимая территория, поэтому главная задача там сейчас это вот доставить в нужную точку наземную технику и людей для тушения. Отсюда весь Северный полюс под его наблюдением. За параметрами этой дрейфующей станции старший механик следит прямо из своей каюты. Кто съел мое сало? Простите за банальность, но этот вопрос требует ответа. Кино 1 ТВ представляет. Раступись, тайга! Тайга! Прохор Громов идет! Неудобность людей, что их осадили, кажется, полгода.